согласны. Конечно. Для того, чтобы не было выброшены какие-то документы, вот. Испорченные какие-то документы. Поэтому мы опечатываем кабинеты громадки и ставим свои подписи, чтобы не было никаких порванных документов или подделанных документов. Вот заява наша на прокуратуру зарегистрирована. Главное нарушение общественного порядка, чтобы здесь не общественного порядка, вы видите, мы не нарушаем. Мы культурные, интеллигентные люди. Мы все в рамках закона. Мы уже научились бороться, бороться в рамках закона. Понимаете? Поддержи, пожалуйста. И пропонуем всей Украине, чтобы так она делала. Мы пока не правы. Пока. Вам официальный ответ еще никто не давал. Ну, мы же только зарегистрировали. Как же там официальный ответ? 24 часа есть. Что, добро? Все тогда, сколько вы здесь будете находиться? Не, мы оставим своих представителей для того, чтобы Давайте, чтобы не создавать массовку. Нет, мы не мешаем массовку работе, в коем случае. Когда много народу, вы знаете, это всегда как-то...